товарищ дал комментарий, что Украина это наша страна. И союз советских. Вот и все дела. Вот за это они парят. И плевать на государственные границы. Блокировка независимых СМИ, запрет на мирные собрания и на любую политическую деятельность, плюс репрессивные законы, вот это, не побоюсь слова, черная триада, привела к тому, что люди, оппонирующие власти, совершенно не могут ничего сказать, не могут выразить свое мнение. Вы совсем кого стоите? Че-че-че, я провожу одиночный пикет. Одиночный пикет, значит, хорошо, ваши документы, пожалуйста. Вот товарищ говорит, секундочку, я хочу прессе сообщить, что меня задерживают для привлечения меня к административной ответственности. Я прошу обосновать, на каком основании меня задерживают. Мне отказано обосновать причину задержания.